добрые молодцы, да красные девицы. Сказ мой начинается, про новости наши я вам поведаю. Вы такого нигде не увидите и не услышите. Опачки! И вот в таком нестандартном мне формате я расскажу вам сейчас о самых эксклюзивных и уникальных новостях. Итак, первая новость. Сегодня мы с вами в этот легендарный день пришли не на спектакль «Чокнутые», а пришли с вами на концерт легендарной народной артистки Надежды Кадышевой. Как вы относитесь к творчеству Надежды Кадышевой? Прекрасно, я работаю в балете Надежды Кадышевой. За веселый нрав, мы за это мы ее любим. А вы, может быть, добавите? То же самое. Вы тоже любите? Я ее люблю тоже. Какие вы знаете песни легендарной Надежды Кадышевой? Течет ручей. Широка река. Пусть не погаснет свет любви, ликуй и пой, земля. Течет ручей. Эта песня действительно создана для людей, для народа, для общества, которое ценит, понимает творчество Надежды Кадышевой. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. А может быть споем с вами какую-нибудь? Чуть-чуть. Не судите строго, люди, посуди меня, родня. Видно, видно, суждено мне выпить грешного вина. Посмотрите, какой аншлаг на концерт Надежды Кадышевой. И буквально через несколько секунд вы услышите самую запоминающуюся песню «Все в пляс». С мой танец. На просторах центральной площади города Одинцово находится центральный пруд. Местный народ назвал его таким народным словом, как баранка. Представляете, именно на этом уникальном пруду установили поющие фонтаны! Это можно назвать самым сенсационным и фееричным шоу века. Это будет просто бомба! Вы готовы взглянуть хоть одним глазком на этот эксклюзив? Не слышу! Нет, нет, только не это! Тогда внимание на ваши экраны! Международная новость. Эмили Левеск и его коллеги из Колорадского университета открыли в Малом Мегелановском облаке так называемый объект «Матрешка», представляющий собой красный гигант, внутри которого находится еще одна звезда очень малых размеров и большей плотности. До этого существование подобных тел рассматривалось только теоретически. Матрешка! На этом сказ мой окончен. У меня не помещаются здесь руки. Присылайте свои удивительные истории на наш паблик OnePostLife. Адрес вы видите на ваших экранах. Желаем вам доброго здоровья и нас уж добрым словцом вспоминайте!